Ну что же, GTFO и какая у нас R7A1? Понеслась? Хикс? Да. Поехали. R2D2, да? Почти. А есть C3P0? Это нужно в клаку играть, а я предлагал пройти кооперативом. Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы прошли какой-нибудь квейк. Первый или второй? Слушай, а квейк первый и второй можно в коопе пройти? Да, это ремастер. Можно их проходить. Так, я внезапно захотел пройти кваку. Опи. И мы еще халпу не допрошли. От меня. Там этот, у нас да. Blue Shift и Opposing Force. Вот. И Doom 3 еще. Наверняка сработает. Ты проходил Doom 3 до конца? Да, проходил. И дополнение проходил. Темнота, друг молодежи. Но Doom 3 проходил вот так давно. Ну да, 2003 год. Или 2004 год, так что. Вот Quake я не допрошел. А этот как его, про инопланетян. А какой там? Четвертый, по-моему, же, или какой он там был? На движке Дума третьего типа. Да, четвертый, да. Похожий, короче, на него. И еще был про инопланетян. Как же называется эта игра? Я забыл. Prey. Да, по-моему, Prey. Вот Prey, к сожалению, там все плохо. Там есть энтузиасты, которые пытаются на модифицированном ID-4 восстановить данные, но там часто, ну, такие закрытые разработки, что Quake 3, что Quake, то есть, ну, Quake 4, что Prey, и там могут быть проблемы с этим. То есть там не могут быть, там есть проблемы с этим, какие-то, знаешь, то, как отображается что-то по-другому немножечко. Было бы на самом деле классно, если бы все, что они сделали для этих двух игр, плюс еще для Вольфенштейна, на ID4. Okay, это такой неосторожный. Надо сломать двери. Да, что тут у нас такое, а? Надо вспомнить, я уже забыл, как играть. Так, СУшку нам надо, да, тащить? Вот у нас фонарик есть, точно. Тебя уже покутали. Так, СУ с новорожденным. Это где там что-то лежит там? Или что так это? Вот я ее взял уже. А, ты взял? А, ну да, куда тащить? Yeah, надо... И куда надо тащить? Что там? NCR. NCR, блин, такой маленький все. NCR или у меня глаза уже? 1-2. Компьютерный терминал где-то здесь рядом есть? Нет, только шкаф. Ну, шкаф нам не интересен. А здесь же карта есть, точно. Да. Да. Что за шкаф? Шкаф, по-моему, уже... Нет. Ладно, пошли в любую дверь. Там, в принципе, их СУ можно не тащить, наверное. Ну, начать вот найти... синяя дверь. Найти куда, а потом уже. А, ну да, синяя дверь. Понятно. Так, ничего интересного. Амопак. А? И единицы. О, кстати, мне нужно турели распределить. Так. Хилса. Так, что там у нас? Биотрекер. 67. Какой мне мудак... надо фов увеличить. Какой мудак не дает полностью патроны при выходе на миссию? Стало получше.
ёкарно было, и что-то я тоже растерял в науке. Ну, надо еще чувствительность мышки увеличить. А нам туда не нужно. Пускай закрыта будет дверь. Так, что у нас тут такое? Тут какой-то склад, давайте посмотрим. I hate this pinger. We got loads of fuckers lurking out there. А вот и так. Блин, постоянно хочется зажать Ctrl, как в этом самом. В чем? ТРГ. Посмотреть, где вы. Да, блин. Не дрыгайся. И вроде стоял на месте. Ты просто подошел зачем? Я подошел, встал, сзади стоял, и все вроде нормально было. Не подходи сюда. Какой-то рассинхрон опять. Палочки. Прям третий этаж есть. Покоцали с ним. Ничего страшного. Палочку спасал. Так, двери закрываем за собой, да? Все дела. Так, ну здесь... Там шкаф проверили. Это проверим. А, это что, мы там в начало, что ли, пришли? Да-да-да. Нет. Бесит. Да вот. Дверь заблокирована, действует режим изоляции. Это тоже из-за. I have a way to unlock that door for you, but you have to do something for me first. There's a terminal near you. I need you to type in something for me. Type in. Wait. Where is it? Where did I? Oh, here. Recycle group 7A42. Okay. Recycle group 7A42. Time to get the revolution started! Biosphere frame here. Шли. Его там 7A... Или не вводить пока? Пока не вводи, пойдем. Я не понимаю, что он хочет. А ты турельку ставил? Или здесь... Какой здесь уровень опасности? Понятно. Тут пока еще ничего не надо. Фонарь. Ну вот, видишь, он сам... Что-то знакомое, а мы не играли в эту? Черт его знает. А что? Тут все знакомое, честно говоря. Тут все знакомое. Я поэтому как бы тут... Повторяется, но повторяется тут. Одно другим мешается. Так. И нам явно нужно... Набери там эту вот хили, которую ты написал. Делаешь? Ладно, понял. Да-да-да, сейчас я к терминалу бегу. Recycle group, значит... Так. Recycle group... А, тут... Он мне, гарбайл скан. Это не у тебя.
ко мне иди. Ко мне иди. А мне тогда этот терминал подсвечивался. Ты сюда, тут проверка безопасности, команда требуется. Ничего не будет, но тем не менее. Ну, пистолет какой-то нано. Ну, у меня выстрелы делать, стреляется. Это на самом деле странное оружие у них. Я, конечно, понимаю, что они великие геймдизайнеры, но, блядь. Настолько великие, что пиздец. Pick up your deployables. Потянуть этот время. Это уже навел. Да, нормально. Да, тут она без этого самого безопасности. DHSUs. Good job. I'm gonna wake up Maddox first. He's a clever one, mechanically minded. Might be able to make us tools or even weapons. Okay. Течка. Here goes. Here. Я места нет. Here. Течка. Как кстати. Oh here. Open. Come on. Out you come. Oh, my head. Maddox? Oh, what's wrong with you? Maybe you should sit down. Get off of me! Don't! Maddox! Stay away. I'll stick you again if I have to. Stick your finger. No. Please. Да, слушай, что-то знакомое. Это точно R7-1, да? Maddox. А, мы пробовали проходить ее, точно, точно. Да. Why did you make me do that? Точно, точно, мы проходили. Я и R8-1 проходил, я поэтому... Ну, это финальная карта, как бы, и мне вспоминалось. Я вот и помню, да, тоже. Что-то знакомое очень. Класс 2. И... Тут что-то. Куда это можно пройти? Здесь ключ нужен. О, тут можно это самое найти. Патроны. Че у нас патроны? Патроны мне кстати. Бишоп. Куда ты на самом деле бежал? Так, все, это мы отдали. Патроны. Что с патронами? Патрон, пистолет, пулемет, 56. Я на себя потрачу. And я have 76 хитс у тебя. У меня есть два пака с патронами, я это держу. Ну, я сразу раздаю, ну, чтобы не было проблем. Лучше раздать сейчас, чем потом. Так, двери 48. И Purple 16.
нашли еще. О, палки бросают. There's glow sticks here. Здесь кому надо. Тут еще ящичек. О. Lockmelter here. Lockmelter. Так, я дверь открываю. Зона нам 43-44. А, не, мы отсюда пришли. Скорее всего, мы отсюда пришли. И что у нас впереди, кстати говоря? Зона 48. Нам... Я уже забыл все команды. Ты где? У тебя нашел терминал какой-то? Query keep purple 642. Через tab, кстати, можно дополнять. 7, да. Отправляйтесь в зону 47. О, еще одна. 45. 45, да? Странно, конечно. Long range flashlight here. О, 47, вот сюда. Так, где второго? Слушай, а тут еще два ящика, да, какие-то? А, здесь лежит этот артефакт. И вот еще артефакт. Sentry gun here. I'll do it. Сказал, что вот сюда приятно. Ну да, как-то так. И сейчас. Я не помню, будет ли тут Dance Revolution. Dance Revolution на втором уровне или нет. Бесит, конечно, вот это вот танцевание, но ладно. Мы готовы? Сейчас, я вроде поставлю. Так вот. Ну, наверное, будет хавать, она же дробовик, чтобы в упор стреляла. Получается, левый край только не закрыт. Интересно, откуда свет? С какой дырки? Ладно, мы готовы? Да? Нет, да, нет, да. Да, наверное, да. Наверное, да. Все, поехали. Окей, they're tagged. They're tagged. Окей, they're tagged. Танцуем. There's more coming! They're tagged. Окей, they're tagged. Значит, просто отходим туда. Саморанен. Не забывай перезаряжаться. Перезаряжаться. Да? Типа и забрать. Так, поднять. Pick up your deployables. I'll do it. Все, поехали, поехали. Что-то надо дальше. Турель пак. Есть у кого место взять? Дека у меня есть, дека. Jack shit out there. Да, у меня. Что у нас по турель паком?
47 зона. 72, 87. У меня полная. А у меня 84, 72. Так, светящиеся палочки. Пока я не буду разбивать, да. Resource locker. Что там у нас такое за... They're close. Resource locker. Восполовитель. Можно помечать не предметы, а на какую кнопку, интересно, я забыл. Я так, осторожно, не заходи сюда. А что там? Может заходить, я тут убил чувачка. Я же ножевой мастер, не забывай. Давай так условимся, что если мы заходим в комнату, стараемся поодиночке, потому что тут, видимо, может как-то хитро реагирует на нескольких игроков. Да? Ну, потому что, помнишь, ты там вроде не двигался особо, а все равно как-то тебя дернуло. Я вижу ваши чертами на другой стороне. Все, можно заходить. Да. Вот какой-то. Нашли ключик. Какой там. Resource locker here. Так, что там? Верните к двери и используйте ключ-карт. То есть нам даже толком не надо использовать остальное. Тут мы обошли. А, подожди, тут еще можно куда-то зайти и посмотреть. Не то чтобы это сильно важно, но мало ли вдруг такой приятный бонус. Хотя тут в этой игре на самом деле терминал тут лежит. Довольно мало бонусов. We got sleepers. Do wake them. We'll call their friends and we'll be in deep shit. Передо мной какая-то тварь. Уже нету. Кто есть ящик? Че, в ящике? А в ящике есть патроны. Патроны — это приятно. Как так? Че за херня опять, а? Че такое? Да. Я просто стоял на месте, они все сагрились. Где вот какой-нибудь? Ай, сука. Блин, бот отвалился, и я на тебя. Вот я говорю, тут, блядь, с этим UX тоже такая хуйня, знаешь, из разряда. Решили сделать по-своему. Типа, нет, вот в left, вот это было. Как бы правая кнопка на себя, левая кнопка на товарища, ну как бы, и... или наоборот, неважно. Но тем не менее, как бы это работало, и никто не жаловался. Нет, надо было Е на себя, или там, ну, нужно наводиться на кого-то. И мудили. Изобретать. Мне странно, нож работает. Они там что-то подфиксировали. Ну, знаешь, там читаешь их почну, вот это. Ничего бьешь серьезного. Один нет. Раз бьет два раза. Читаешь почну, вот, и ничего такого серьезного не пофиксили там. Где-то там slightly increased, чуть-чуть увеличили, чуть-чуть уменьшили, там, знаешь. Какой-то балансовый ебанайт он делают вместо того, чтобы полноценный этот самый геймдизайн рассматривать.
О, так, здесь мы были. Компьютер. Да, компьютер, компьютер. Компьютер. Дальше у нас какой план? А, дверь 48. Ключ карты у меня есть. 48. Нам надо в центральный зал, да, возвращаться. Угу. А вот здесь вы были вот в этих двух дверях? А, походу, да, были, нас, да, по карте были. Ой, ой. Он летят. Ну что, закрывайте двери за собой. Закрывайте окна, закрывайте двери. Любовь идет на дело. Seems we need a purple Kikadia. Сюда. Sentry here. Yes. Ну, у меня остается только то вот это тут. Ну или там еще по краю. Поехали, нормально. Мы готовы? Вроде там. Да. Biosken sequence completed. Door unlocked. Biosken. Please step into the Biosken. Уверен, что и не будет особо проблем. Transport reached. Да, все. Главное не засветить там, если это стоит. Вера прямо. Pick up your deployables. I'll do it. Pick up your deployables. Shh. Sleepers. Let them sleep. That way we can stay out of trouble. Мастер нужен бой. Я не двигаюсь. Красавец. Так, кто-то чё? С деликатом. Большой, походу. Да, большой. Сверху до херища. Так, я поставил. Make all the shots count. По ногам, по ногам. Вот он откуда пришел, падла. Нормально сошлись там. Да. А, ну короче, отсюда надо будет. Сейчас пройдем через этот зал и там дальше будет. Длинный гранат. Слиперс. Я тут по какому коридору пробираю. Твою мать, куда ты двигаешься, бот?
если у тебя, если у тебя есть лечилка, то я советую подлечиться. Так, нет, тут... у меня амупак. Решали всех. Аптечка. Да, супер, лечись. Не понимаю. Не понимаешь? Почему я ее взять не могу? Я только что нажал ее взять, ничего не произошло. Может, у тебя была аптечка? Теперь мне. Нет, у меня амупак с собой. А, подожди. А, вот, теперь медипак. О, какая-то, видимо, это самое. Пожмина. Палак какой-то. Ну. Давай. Finger's got a little jumpy. Pick up your deployables. Ты, кстати, свою дрейку забыл. Небольшая проблема. Да? Я ее не забрал? Да, не печально. Вроде она со мной была. Там. Мы все равно все будем обратно вести, если правильно помню. О. Власть в весенней распродаже. Да ладно. Ой, это тут прямо три мужика стоят. У вас тут мужики стоят? Да, два мужика. А я. И дверка третьего класса. Но нам сюда. На 49. Ну, нужно этих двух убить, а то они нам кровь попортят сразу же. Я могу убить сейчас одного точно сразу с пулемета. Ну давай тогда, может вот. Быть, вместе надо. Не, одного я сразу загашу в упор, так сказать, пулемета, как раньше делал. Окей. Он даже не успеет обернуться, поэтому вы лучше другого на себя берите. Окей. Один момент. Сейчас.
сейчас у меня нервничает. Ну что, мы готовы? Три, два, один, кросс. Ачивку не получил. За ближний бой. Против. Это был мой. Ну надо было оставить, да, мне его. Я просто думал. Я уже не помню, мне кажется, что эти мужики такие страшные. Ладно, в следующий раз тебе тогда оставлю. Так, рефилка. 4 штуки. Страшные, да не очень. Патроны нужны кому-нибудь? Рефилка 84. Так. Мне точно не нужно, да. Может быть, боты нужны. Мне что там из пятого? А у тебя сентриган по нулям. Нет, сентриган по нулям, потому что я поставил. А у тебя сентриган вон стоит. Понял. Видишь, где зеленый? Да-да-да. Ну ладно, тогда не берем пока здесь рефил пак 4x. У тебя пена есть. Да, у меня пенная граната есть. Может, кстати, запенить? Какой там уровень опасности? Третий. Что запенить-то? Могу тут дверь одну запенить. Там, кстати, ящичек. Нет. Да, я тоже вижу. Я напротив нее поставил, подумайте, пускай стоит. Расплавить. Она тоже появилась. А ты уже был в этой соседней комнате, да? Всех порвал, да. Вижу. Открытые. Угу, хорошо. Вот, давай, уходи обратно. Надо, наверное, вот тут сказать, что он просто здесь вот, да, использовал. Можно запенить эту дверь? Yes! Тут еще можно, знаешь, что сделать? Все, бот не сможет, что ли, сквозь стены пройти? Не знаю, что посмотрим. Ты решил воспользоваться тактикой мена пина биотрекер? Ну, я смотрю, что у тебя есть пенная граната, да? Да, да. Может, кстати, бахнуть. Ну, давай я запеню тогда. Или на ту дверь. Ну, давай на эту дверь, чтобы... Бот не знает, что делать, мудак. Я такие долбоёбы, честно. Вот потеряшка. Давай, нам его в любом случае надо вернуть сюда. Иди сюда, он побежал. Иди. Молодец. Молодец, собачка. Рак, блин. Отойди немножко от глубь, и теперь закрой. Молодец. Знаешь, как в этом, как где про галактики, погладите жука. Ну что, мы готовы? Да. Ну, понеслась. Мина, пена, биотры. Sounds like a pack. Yes, I hear it. I hear it too well. Okay, they're tagged. Shit, they're at the door, and they sound pissed. They're tagged.
Ебать, боты, мудаки. Дверь открыта. Сейчас только дойдет. Красавчики. Мне напина ветра. Пиво, пена. Рыбка. Что у нас тут? Не понял. Ты как сквозь дверь прошел? В смысле я? А у тебя же открылось? Да. У меня вот только открылось. Окей. Тот только прошел. Лаги. Ни единого разрыва. Может, поэтому, кстати, боты и агрятся, когда я стою. Потому что у тебя я еще иду, допустим. Или наоборот, там что-нибудь. Ну да, я поэтому говорю, что здесь подлечиться можно, кстати говоря. Птички. А моб-пак 3x. И тут еще 2. Пишите, если кому нужно. Пишет по надо. Боты. Хакет есть. Бишопа, Бишопа надо покормить, да. Бишопа 47-32. Блин, Бишоп, стой на месте. Удило. Так, это что там у нас по resource box? Autofill, Sentry Gun. Тебе тоже нормально все. Акилка, блин. 86, 80 хикс, ты где? Давайте подлечу. А, блин, не то. Это Еви. Сука. Спасибо. Что там у нас по патронам дальше? 78, 84, 50. Бишоп, ты где патроны просрал? Мне еще с собой тройной пак патронов. Ну, сейчас у нас будет чтобы убежать обратно. Нам да. Надо принести, может пойду сгоняю, принесу КСУ. Кстати, да, не, сейчас, да, нужно принести сюда, там что-то сделать, а потом уже НЦР А02. Пинг НЦР А02. Нельзя так детей все-таки бросать далеко. И не говори. Да еще и на полу. Да. Понятно, это дитё или не дитё, но не важно. Логи какие есть. Dreyfus Industries. Кстати говоря, хочешь прикол расскажу насчет Lethal Company? Там на корабле висит записка на стене. И если прочитать эту записку, там написано, типа, вот такой-то пароль, а или команда, не помню, просто, типа, я тут сохранил логи. Вбиваешь эту команду на терминале, и можно узнать о лоре вот этих вот, что вообще произошло, я так понимаю, на какой планете, что за записи криков там и прочее, там расшифровка. Типа там был какой-то чувак, вот он оставил все эти записки. Да, подожди. Вообще это добывающая компания, и все животные, которые там находятся, это все с Земли, мутанты. Подожди.
Подожди, сейчас. Так, у меня тут лог. Хозяин. Ну, тут на компьютере обнаружился. Хозяин, это правда, состояние истины, живой и без цензуры. Хорошо, я хочу поговорить с вами о сейсмологии, о землетрясениях, да? Если вы что-нибудь знаете о том, как устроена Земля, вы знаете, что там, где встречаются две тектонические плиты, происходит землетрясение, хорошо? Блядь, такой перевод, конечно. Блядь, не крутись перед глазами, а ты мне закрываешь экран. Это не я, это бот. Это да? Бот. А, извини. Вот отойди. Они толкают друг друга, и когда давление становится слишком высоким, происходит то, что они называют сейсмическим сдвигом. Это землетрясение, мы знаем это. Вот как это происходит, где бы вы ни находились. Япония, Чили, Калифорния, все одно и то же. Или это. Что вы знаете о землетрясении в Мериде в марте? Я скажу вам, что я знаю. Я знаю, что ближайшая линия разлома находится сотни миль, там, где Карибская плита встречается с Североамериканской плитой. Знаете, что я еще знаю? Что землетрясение магнитудой 9,8 никак не может быть зарегистрировано в эпицентре, который нам дает. Это не на линии разлома. И, конечно, недостаточно близко к единице, чтобы зарегистрировать 9,8. Итак, вы должны спросить себя, что здесь происходит? Как произошло самое сильное землетрясение в истории человечества вместе с минимальной сейсмической активностью? Как получилось, что это так называемое землетрясение открыло новую жилу богатых минералами и рудой месторождений, которые мексиканское правительство может продать тому, кто предложит самую высокую цену? Я имею в виду, послушай меня об этом. Вокруг Мериды сейчас больше иридия, чем где-либо еще на Земле. И я говорю вам, самый ценный материал на Земле прямо сейчас – это иридий. Землетрясение не могло произойти в более подходящее время. Это так прекрасно, кажется, что так и должно было случиться, верно? Я говорю вам, что это не было стихийным бедствием. Это была спланированная и хорошо проведенная операция. Теперь, кто спланировал это и как они это сделали, все еще расследуется. Но многие люди смотрят на это прямо сейчас. Людям нужно знать, у кого есть сила. Энергия, необходимая для создания мощного сейсмического сдвига? Правительство? Частное предприятие? Было ли замешано с Antonian Mining Company? Мы знаем, что они выиграли, верно? Они получили контракт всего через несколько месяцев после того, как был найден иридий. Такие контракты занимают годы, а не месяцы. Послушай, у меня нет ответов на все вопросы, но я знаю вопросы, которые ты должен задать. Итак, это тема сегодняшнего вечера. Почему произошло землетрясение? Кто или что его вызвало и кому это выгодно? Все по порядку. Линии открыты. Позвоните нам. Ты понял? This is the truth. State of truth AM. Live and uncensored. А, ты звук слышишь? Okay, то есть, это получается Мексика, да? Earthquakes, right? If you know anything about how the earth works, you know that where two tectonic plates meet, Мексике, правительство Мексики, there's earthquake activity there. Кстати, да. Okay? Звук сейчас, кстати, какой-то читает, это ты. Это я запустил, это оказывается вот это вот. Английский оригинал. Типа, хорошо, окей, это я говорю. Смешало, ну, как бы, смутило то, что хорошо вот это, знаешь, такое. Такой тупой англо-русский перевод. I know that the nearest fault line is hundreds of miles away. Where the Caribbean plate meets the North American plate. You know what else I know? That there is no way... Короче, понятно. Да. Окей. Что еще? Autogen status. Это неинтересно. Хотя можно почитать. Read Autogen status log. Ты хорошо зачитал. Спасибо на добром слове. Температура помещения главного сервера превышает 38,9. Нет, это читать я не буду. Да. Окей. Ну, окейшки. Ну что, тут надо найти. Так, тут этот предмет NCR-A02. Смотри, какой отметится, да? Давай. Нашел? Все понятно, да. Окей, тогда засовываем.
засовываем, забираем и сваливаем. Сейчас там нарезает. Да. Верните, да, забрать надо. Все можно забирать. Не надо валить на самом деле. Так. Пошли, 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 прикрывайте меня. Или как-то там. Да-да-да, я уже видел впереди. Ух ты, здоровяк пришел. Я с другой стороны. С другой стороны, хорошо, что ты оставил турельку там. Так, на меня идут, на меня идут. Красавчик. Под тобой еще бьют. Красавчик. Well, they sound hungry, don't they? I hate that sound. Attack! Так, да, хорошо, красавчик. Проходим дальше. Проходим, проходим, проходим. Вот там вижу, бегут на нас. Так, отходим, отходим, отходим дальше. Ой, 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 жирный, жирный, жирный. А у меня дверь опять. Теперь как? Нормально, все открыто. Икс. Не знаю, у меня дверь еще закрыта. Пустите меня! Почему она не открывается? Я в твою мать! О, открылась, ура! Все. Это закрылось. Так, что ты делаешь сейчас? Я стою на красной точке уже. Так, ставим. Дальше. That is never a good sound. Я так понимаю, yeah. Просто ждем. Что за херня? А, наконец-то. Отлично. Ну что, как-то так. То с вторичного сектора не было. 50 минут нормально. Че, еще одну? Да. Окей. Ну да, если ты хочешь. Да. Тогда традиционная отбивка. Что ж, дорогие товарищи, спасибо за просмотр. Лайки, подписки, шары, если вам понравилось. Нам будет полезно, а вам это будет приятно. Что вы поддерживаете молодых стримеров. Вот. И... амбициозных. Да, молодых и амбициозных, да. Обязательно заглядывайте в описание, там ссылки на наши дискорд-сервера «Кооператив дружбы и Humoldration Fleet». Ну, соответственно, по названию определяйте, куда вам больше хочется. Во всей или в какой-нибудь из... один из них. И там, в том числе и социальные сети, тоже присоединяйтесь, нам будет приятно. Вот, и, в общем-то, увидимся в этой или в другой игре. Ну, а для тех, кто останется, да. Мы продолжаем.